Артем, выпрыгни вперед. Это командная работа, да? Это командная работа. Мертвая или нет? Живая нет? Распятие 10, тратить 3. Распятие 10, тратить 3 метра. Так, извините, мы вас тут потревожим немного. Дайте договориться с ней уже. Дайте сотку красиво так. Ох, ой, ай, хорошо. Пароль, если все равно там четверо. Ну ты ж не сможешь зайти в четверо, правильно? Спрятался, если нет. Сотка, смотри. Тут никакой признак кину уже, вон он, блин. Вот такого увидишь просто. Слышно меня? И все хорошо. Да, слышно. Все настроилось, что ли? Наконец-то. Я просто в игру перезашла и все. Нет, у нас. Ну что, запускаем уже? Нет, я уже вспотел, блин. Я по ходу Вани слышу себя. Да. Ты такой громкий, потому что... Так я у тебя всех слышу, в смысле. Все громкие. Так, выбор задания. Тюрьма и фармхаус. А сейчас слышно? Раз, давай, раз, раз. Хаос. Подойди сюда. Этот домик, подойди, подойди. Домик маленький. Подойди этот сюда. Домик, подойди, домик подойди. Маленький. Давай. Раз, раз. Алло. Ну, если кричу, то слышно. А ты не кричи. Фармхаус профи, давай. Так, что мы хотим? Я уже не могу. Фармхаус профи. Открывается. Зато рация была сейчас. Я все кнопки протыкала. Китайская хрень, бля. Работай. Может постучать об стол, но... Я пробую, не хочет. Она как будто приоткрывается дверца и обратно закрывается. Смысле, видеокамера блин? Работает после выхода из грузовика. Она автоматически включается. Ёптать, ну все. Прям сразу сказал, что здесь ничего не работает. Ладно, взял, значит, одну. Взял вторую. Кого там фотик? Фотик я положил на место. Так, фонарик. Дороти Джонсон, дай нам знак. А кто-то взял там температуру измерить? Или что? Ох, как камера классно работает, Вит, ты видел? Сейчас можно с термометром уже пройтись, кстати. Охренеть, прикольно. Ну вот, да, одна работает. Вот одна камера на первом этаже работает, вторая вот эта, на штативе нет камеры. Я поставил обе вот эти, которые ты говоришь. Вот сейчас на штативе работает? Блять. А как вы сквозь дверь прошли, алло? Как бы у вас она же открыта. О! Беги! Она поет! До свидания, парни. Было приятно с вами иметь дело. Ты набеги, на левый стик. Нажимай, она бежит. На левый стик? А! Да, ну, да, дверь-то да. Закрыта, да? Да, нам пиздец. Она ползет, что это там? Мама. Закрывай дверь. Ой, все. Ой, все. Ой, все. Фоткай вид быстрее. Фотик наверху. Блять! Фоткай вид быстрее. Фотик наверху. Let me in, let me in. Вид, только дверь не закрывай! Не закрывай дверь! Проверка, понятно. Пойдем к Ане приведем. Не надо! Она ушла? Я не знаю, у меня фонарик просто выпал из руки. Етить, колотить! Выходите из этого, держите таблетки. Блин, так забавно наблюдать, как вы там... О, бля! Она шайтана в угол загнала. Я от нее бегал вообще за столами там, блин. Не, я просто смотрел под этому датчику, такие кружочки просто по комнате носятся. А когда что, там камерами не видно, что ли? Внизу. Нам надо распятие. Кинь туда в... Дороти Джонсон. Куда? В комнату, что ли? Ты мертвая или нет? Живая, нет? Распятие 10, тратить 3... Так, извините, мы вас тут потревожим немного. Дайте договориться с ней уже. Че, Ань, как, нормально все? Это что ты? Сколько по датчику было, ПМП? А в смысле, я вообще за дверь тут стоял. Меня там можно заметить, как она проходит.
Так, сюда призрак, где прям. Где распятие? Распятие, смотри, красное. Смотри, распятие. Смотри, где там. Красное? А оно у тебя сплавилось. Оно у тебя плавится, смотри, прям на глазах. Я, знаете, что вам скажу? Кидай и пошли. Вот, за еще одним. У меня еще одно с собой. Вот еще одно. А, мы просто только что, если что, пережили. Мы атаку пережили только что. Да, знаешь, почему она расплавилась? Она пришла, датчик же заработал. Еще раз, и ему хана, как бы. Вот. У меня есть еще один. А ты что-то нажимал, Вид, когда его дерзал? Нет, я вообще на полу валялся. Ходит, поет! 3, 4. Габелла, беги! У меня распятие, сука. Ползет хрень. Души его. Я прям распятим на нее, давай. Топчи ее. Просто беги, говорит. Просто бежим. Аня, дверь не закрывай. Закрывай. И молчим. Фонарики вырубить. Если что, сожжут первых. Тихо. Там больно. Она будет дверь открывать? Будет, конечно. Тихо-тихо. Проползет сквозь нее. Тихо-тихо-тихо. А тут кукла воду валяется. Заходи. Это я ей принес. А-а-а. Вы ходите, это когда охота не говорить, она же на вас идет, когда слышит. У нас все под контроль. Надо фотоаппарат, надо фоткать ее. 16 снимков надо сделать, денег поднять. Она поет. Где? Там наверху, на втором. А дверь-то закрыта? До сих пор охота? Блять. Да, она поет, Вид. Вид, она поет. Он там на старом ползает. Пусть сюда ползет, сейчас мы ее распятим, жахнем, блин. Слышишь, этот заработал MP наверху? Да. Ну там не факт, что пятерка. Он там. Так, а у нас до сих пор охота, да? Мы не можем выйти, получается. Да, мы не можем выйти. А Мэтт? Ага. А он дома, он уже в доме, его в машине нет. Где-то спрятался, что ли? Сидит. Он спрятался, понятно, блин. Это долбанная книга берется. Я пошел смотреть блокнот и надпись. У нас есть 20 секунд. О, 20 секунд, говорит, у них есть, слышь? Сейчас посмотрю. Как у вас там, нормально? Охо! Как у вас там, нормально? Мать! Сигаля, она, блин, открывает! Журнал. А, можно левой попасть рукой из-за правого плеча, блять. Не проще было вот так просто им сделать. Окей. Что у нас там было? Значит, холод. МПшка, холод. Ну, мне кажется, была 5-я МПшка, потому что она как плудурочная там орала. Именно МПшка, когда она шла. И лазерный, датчик лазерный именно. Лазерный проектор, да? То есть это они. Пробегала, да. Мне что-то кажется, я готов, они. Я поставил. У него с фотографией там. Что-то я вообще не вижу на фотографии. А, вот она, да. А что она у вас стоя на фотографии, почему? Ну вот она стоя, так появлялась у меня. За мной она ползала. Да, мы угадали. Я видел, как Аню забрали, но
ну, она просто исчезла, короче. Ты просто исчезла у меня. Она к тебе подползла, и вы оба пропали, и все. Ну. Видите, за фотографии 10 баксов дают. Да потому что я пыталась выбежать. Ты пыталась убежать? Угу. Ну, я через нее прошла, походу, как бешеная бегала по лестнице. Приготовился к полтергейсту. Я кое-что нашел, но рекомендую всем к главному входу пройти. Что случилось? Сейчас будет жопа. Что нашел? Что-то нашел. Где ты? Доску Уиджи. О, так надо, наоборот, посмотреть на нее. Пошли к главному входу. Что, думаешь, мы успеем выйти? Я уже сфоткал. Не, просто, может быть, как бы не очень приятно. А EMP-шка у кого-нибудь есть, кто-нибудь включил? EMP-шку я не нашел, кто-то забрал ее, походу. Так, свет включите здесь. Включил. Дай нам знак. Буду записывать все. Сколько здесь духов? Она шевелится, блядь. Ноль. Нету, ноль. Ноль духов. А кто с тогда шевелит эту хуйню, да? Расскажи нам, блядь, призрак какой умный, смотри, да. Сколько здесь? Где твоя комната? А, или просто он не дух, да? Бежим. Получается? Просто бежим. Мы вот ее не включим. Он ответил. Он ответил. Он ее выключил. Он ее выключил. В смысле? В прямом. Вы зайдите, 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 у вас рассудка нет. Написали. Пишет, смотри, пишет. Что делает, он просто. Офигеть, я думаю, что за звук, блин. У нас блокнот. Блин, Саша, что там было? А что за звук? У нас блокнот. Прямо ручка поднялась, прям моделька ручки поднялась и такая, и вот такая, короче, пишет, 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 так быстро, быстро, быстро и упала потом. Прикинь, ну, охрененно. Вот это, кстати, не добавили, этого не было. Так, значит, у нас... Так, минусовая блокнот, да? Господи, не мешайтесь, и так сложно. Спроси, где твоя комната? Где твоя комната? О, Габелла, иди смотри свой рассудок. Ему не понравился твой вопрос. Блять. А, фотик, вид, фотик. Хана, вид. О, Габелла, иди смотри свой рассудок. Ему не понравился твой вопрос. Да. А, где моя комната? Удачи, ребят. О! Вид! У тебя все это время было распятие, почему ты его не задействовал, Вид? Он пульт взял. Положь пульт. Положи пульт, я тебя предупреждаю. Последний раз, блин. Давай, сука, на распятие. Давай, давай. А? А? Кто кого, блин? А? Так нечестно. Вид, 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 смотри, 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 вид. Охеренную тему придумал. Или они в машине сидят? А, в машине. Так, теперь бежим. Чьи тапки? Вот этого не хватает. Все, ты сфоткал? Нет, я не сфоткал. Но с туфлями было хорошо, согласитесь. Если надо будет еще погадать на доске, обращайтесь. Ага, погадали на доске. Я ему распятие прямо в лицо тыкаю, ему пофигу этому демону. Нет, распятие, походу, если... не все. Нет, 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 если охота, началась, распятие не поможет. Распятие может его остановить. Там нифига себе охота. Он выходит за Витом. Не сказал нам. Он выходит за Витом, хавает Вита. Я такой... Подхожу к Виту, беру распятие, и он сразу ко мне идет. Я такой, ему хоп в лицо, а ему пофигу, бля. 20 секунд. Я быстро от него наверх, блин, бегу, бля.
больше поржала с того, что я вот по доске поговорила, вышла, а вы там вдвоём поставили. Ткань такая подходит к доске, такая погадала, блин, и все, и в тапке, блин. Так вы вообще видели, что мы на втором были, она гадала все это время, внизу сидела? Да, видимо, блядь, мы в любом случае обречены были. В смысле нет? Что ты за человек? Что ты за человек, что это? Что это, по-твоему? Артем, вы присядьте вперед, вот это стол. Это командная работа, да? Это командная работа. Я вообще не понимаю, как это может быть. Смотри, вид. Ты с ним разговаривать? Физика, Балян. Она поет! Он разговаривает. В углу стоит тень, маленькая девочка, вон. Где фотик, блин? Я фотик не вижу где. Ёпты, куда фотик дели? Фотик у меня, у меня фотик, не вижу я. Она пропала, вот только что здесь была, в углу, возле шкафа стояла, пела, блин. Здесь? Ты старый? Какой старый, там девочка маленькая была. Ты молодой? О, олд. О, вид сзади, вид сзади, вид сзади, сзади. Фоткай. Есть, все. Есть, есть, есть. Они прикольно сделали. Теперь, короче, когда он отвечает, значок привидения загорается справа от герц. Рассудок 2, Артем 8. О-о-о. О, через ухо будет. Вот вам распятие, вот вам фотоаппарат. Я пошел проверю там. Надо проверить, а, там, в машине забыл утюг. Не надо там еще проверить, я там все проверила. Утюг выключить забыл, говорю, представляешь? Я все проверила. Не пущу. Не пущу. Ты тот утюг не видел, который я забыл выключить случайно? Не-не-не. Капец, тут нафотографировали этих следов. Целую кучу, блин. Это прикольная нет, фотка. Это прикольно, где она прям в этом стоит. Типа в ванной, в дверном проеме. Прям на этот лазер я реально не вижу ничего. Дай нам знак. Осталось только благовоние, короче. Эй, ты, старый козел, отзовись. О! Вот. Пожалуйста. Я не хотела. Давай сюда, сюда его. Он за мной бежит, Ань. Я не вижу такого правда. Зажигай свечку, он тут! Уже, уже, уже. Блин, ну долго! Вы живы? Я да. Сделал задание? Задание сделал? Ништяк. Он на меня обиделся. Он на меня обиделся. Где хрен старым козлом называть-то, чтобы обидно вообще-то? Дверь наверху. Ага. Есть. Зажги мне, я прям во все оружие. Нельзя сжечь, она прогорает за секунды две вся. Вот, сейчас надо. Есть, 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 сфоткан. Жги! Зажег, зажег, зажег. Дайте тоже зажгу. Все, распятие. Чуть-чуть не успел. Сейчас бы сразу и распятие, и все бы ему бахнули, бля. Надо пойти посмотреть, что получилось. Томас Уайт. Томас Уайт. Покажись. Понял тебя. Понял. Все понял. Дайте сотку красиво так. Ох, ой, ай, хорошо. Распятие нет? Вид, поджигай, херь. Спугнул. Все, спугнул, да. Но я не знаю, гнался он за мной или нет. А Мэтт что, просто исчез? Давай, да пять. А, вон он там. Профессионал, это видно? Да, да, да. Это Ты что? Нафиг, вот там дышит что-то. Пойдем. Вот оно, понимаешь, блин. Настоящий вот фотограф, он, блин. С книжками ходит. Постоянно. Я просто ему лучшую фотографию в его жизни только что сделал. На паспорт. В смысле, не засчитало, блин?